Всем привет, дорогие друзья! Сегодня посмотрим на монету Filecoin, поговорим, разумеется, о ее технологии и, конечно же, по технике посмотрим, сделаем такой технический анализ краткий и, в принципе, решим, стоит ли ее покупать или нет. Поэтому давайте начнем с самого такого дефолтного, с чего стоит начать, по моему мнению, это то, что куда будет идти биткоин в будущем. По факту, сейчас биткоин дает сигнал на покупку, следовательно, цикл еще не закончен. Я опубликовал данную метрику в моем телеграм-канале, и в принципе, на данной метрике говорится, что биткоин дает сейчас сигнал на покупку. Почему? Потому что сейчас количество монет в свободном обращении резко падает. То есть монеты не циркулируют, монеты не продаются, а следовательно наступает дефицит биткоинов и следовательно, скорее всего, от данных отметок, возможно, конечно, со сквизом, но тем не менее мы начнем расти, биткоин пойдет в кульминацию, как делал здесь, допустим, да, и в принципе закончим цикл по-нормальному. Когда циркуляция падала, разумеется, как это было здесь, допустим, мы начинали расти и шли в булран. Сейчас тоже циркуляция падает, и мы, разумеется, тоже сейчас пойдем в булран. Также было и здесь, на этой просадочке тоже циркуляция, разумеется, упала, и потом мы начинали отрастать. Поэтому вот такое видение по битку, следовательно, Filecoin покупать можно. Почему? Потому что давайте сейчас посмотрим на сам Filecoin. Что у нас по Filecoin, друзья? Здесь у нас, в принципе, зона накопления была такая отчетливая, которая, в принципе, формировалась долгий промежуток времени. И после того, разумеется, как мы показали рост, мы скатились, в принципе, до этих отметок, до этого накопления и прошли ниже. Почему пошли ниже? Потому что мы сбрили, разумеется, лонгистов, то есть стопы забрали. Потому что люди, которые лонговали, они ставили стоп, скорее всего, за это накопление, за этот уровень и думали, что его не пробьют. Поэтому именно его мы пробили, как видим. Мы здесь походили, поколебались, всех выбрали. И, в принципе, я полагаю, что будущее у Filecoin есть, потому что я считаю, что он, в принципе, на днище сейчас находится. Потому что с точки зрения спекуляции можно взять хорошую прибыль по Filecoin, разумеется. Первая цель — это примерно $50, и это 200%. Следующая цель — это $120 примерно, и это 500%. И последняя цель, которую я могу дать, это, в принципе, его хаи, это $243, и мы возьмем 1200%. Это хорошая прибыль, дорогие друзья, и, в принципе, сами можете прикинуть. Почему бы и нет? Вернуться к хаям он в любом случае это когда-то сделает, и это, в принципе, нормально. Возврат к своим хаям альткоины осуществляют бодро, я считаю. И, в принципе, рано или поздно это наступит, и с точки зрения спекуляции можно взять хорошую прибыль. Если будете не жадничать, то 200% спокойно можно брать с этой монеточки. Тем не менее, как видим, ниже ее пока не пускают, и, в принципе, мы колебаемся на данных отметках. Теперь давайте поговорим с точки зрения технологии, что это вообще за проект такой, и на чем он построен, и что он нам предоставляет. Потому что с точки зрения технического анализа, в принципе, он находится на дне, и покупать его можно. Теперь давайте подкрепим это все, разумеется, проектом, и поговорим, понадобится ли данный проект в будущем, а может быть и не понадобится. Поэтому давайте переходить к проекту. Что такое Filecoin? В общем, это децентрализированная сеть хранения данных. В общем, мы разбирали с вами Siacoin. Я не хочу сильно зацикливаться на Filecoin, потому что, в принципе, аналогичный проект. Почти аналогичный проект. Это тоже децентрализированная сеть. Тот, у кого много свободного места на диске, может спокойно предоставить, разумеется, свое свободное место другим людям и за это получать, разумеется, деньги, а именно монеточки Filecoin. Filecoin стремится предоставить альтернативу традиционным поставщикам и протоколам онлайн-хранилищ. Его технология выступает в качестве стимулирующего уровня для одноранговой системы передачи файлов, которая использует структуру контента с хэш-адресами для хранения данных вместо централизованных серверов и IP-адресов. Это предназначено для уменьшения избыточности, увеличения постоянства и повышения эффективности. В общем, децентрализированное хранилище, дорогие друзья. В принципе, похожий проект на Siacoin, и, в принципе, технология у них почти одна и та же. Поэтому ознакомиться с проектом можно, в принципе, у них на сайте. И, в принципе, ничего, кроме как децентрализированного хранения, они предоставить не могут. Как видите, это уже не один такой похожий проект, то есть проект Siacoin подобный, и насоздается таких проектов, разумеется, масса, в будущем их будет очень много. Именно с точки зрения технологий и именно в долгосрок я бы его, наверное, не закупал, потому что в любом случае насоздается масса проектов, как я уже сказал. Если ничего нового Filecoin не предоставит, не начнет развиваться, не начнет предоставлять какие-то новые возможности, не начнет строить новые проекты, то будущего у Filecoin, разумеется, не будет, так же как у Siacoin.
аналогичные проекты, в общем, децентрализированное хранилище, и, в принципе, предоставляют они. Единственный плюс в том, что не нужно ставить свой сервер, да, обслуживать его, можно взять свободное место у того, у кого оно есть, у кого оно лишнее. В принципе, это старичок такой, можно сказать, создан он в 2017 году, и, в принципе, живет, в принципе, показывал импульс на самом деле, и сейчас можно его потихоньку начинать подбирать и, конечно же, накапливать. Для чего? Для того, чтобы с точки зрения спекуляции взять хорошую прибыль. С точки зрения спекуляции можно ее взять, но, ребята, в долгосрок, именно опираясь на технологию, пока что я не вижу ничего такого сногсшибательного. Я не вижу этого всего, потому что они пока ничего нового не внедряют. И в будущем подобных проектов создается огромное множество. Поэтому видение по Filecoin, оно такое, в принципе, как и по Siacoin, и, в принципе, только с точки зрения спекуляции можно набирать данный проект. Поэтому на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем желаю всего хорошего, как всегда, друзья, и всем пока!